Всем привет! Выехал сегодня на речку половить карасика на донке. Ну, приехал где-то час назад, пока дошел тут до места, минут 20 пешком шел. Вот такая речка, речка Кневичанка. Сегодня у нас 7 октября уже. Ну, погода как бы еще такая нормальная. Минусов нет. Часа, час, да, полтора где-то приехал. Костер уже развел. Тут дров насобирал немножко. У нас дождик идет. Ну, небольшой. Плащ, рюкзак у меня тут. Закинул, приехал. Вообще ни одной поклевки пока не было. Уже место поменял. Сначала сидел там, метров 150. Там вообще тоже тишина. Сюда перешел, думаю, здесь закину. Чисто на червя. Червяк с чесноком. Червяк с чесноком. Ну и две донки. Все, крючок. Два крючка и грузил. Туда забрасывал, туда забрасывал. Сейчас сюда забросил. Вообще что-то не хочет карась клевать. Ну, решил чисто на донке. Без прикормки, без ничего. Попробовать. Давно уже не ездил на карасика. Красноперка что-то толком ловится, не ловится, что-то непонятно. Да и погода такая. Может, в такую погоду и не будет ничего ловиться. Сижу пока, греюсь. Я греюсь, сушусь немножко. Так-то на улице, в принципе, тепло. Костерчик еще горит вообще хорошо. Дров хватает, вон туда он прошелся метров 30. Там дрова есть. Так что посидим, посмотрим. Не знаю, будет ничего не будет ловиться у нас сегодня. Вот ребята простояли. Ну вот где-то полчаса менял червя. Вот висит червь вообще. Рыбы как будто вообще нету. Вот такие грузила взял. Как они называются, тирольская палочка. Но здесь тоже бывают зацепы. Думаю, дай попробую, покидаю. 50 грамм. Здесь обычная стоит грузила. Вот такая донка. Сейчас поменяю червя посвежее. Сижу под боярышником. Его на земле тоже много. Я пришел на это место в чайник мне в термос закинул, насобирал в термос закинул, сейчас попил. Вообще прикольный вкус такой. Сколько он, где-то часик заварился. Фу. Дождик что-то идет и идет. Ну такой небольшой, но все равно уже весь сырой. Сел тут под боярку. Все равно прокапывает. Сейчас прошелся тоже. Ни одного рыбачка нет. Никого нет. Одни утки летают. И охотники где-то там бахают. Я приехал, машина одна стояла. Сейчас вот прошелся, никого нет. Метров 200 прошел туда. Но там-то тоже никого нет. Там я был. Сначала там сидел. Сюда перешел. А посидим еще часик-два, посмотрим. В том году я здесь рыбачил, тоже с утра приехал, вообще поклевок не было. Потом где-то в часов 10 вот начало поклевывать. Но это было уже где-то, по-моему, в начале ноября. Да, уже холодно было, уже так конкретно. Посмотрим. Говорю, не брал с собой ни прикормку, ни кукурузу, ни бойлы, ничего. Чисто вот донки и червяк навозный. Как его, полосатик, матросик называют еще. Кто как. Ладно, сидим, пьем чай, сохнем, ждем карася. Все, ребята, двигались домой.
машине. Сейчас прошелся. Я, получается, вон там сидел. Сколько тут метров, я не знаю. Минут 10 ходьбы, наверное. Вон там мост. Ой, мост. Трасса. Там до Владивостока. Ну, в ту сторону не пойду смотреть. Думал, пообщаюсь, кого-нибудь встречу. Ну, вообще никого. Один я, наверное, дома не сидится на диване. Сейчас посмотрим. Да нет, машин не вижу. Не сидится дома в такую погоду. Вообще, короче, вообще ни одной поклевки. Вообще тишина. Червяк весь целый. Не знаю, то ли рыбы. Что с ней? Давление, то ли что. Ну вообще, блин, даже не микропоклевки никакой. Червяк, говорю, вытаскиваешь, червяк целый весь. Вот такая вот у нас была поездка. А что дома сидеть на диване? Прокатились. Вернемся сюда еще все равно. В том году я хорошо здесь рыбачил. Уже этого земляного червя нарыл. Тоже не хочет. Ладно. Кому понравился такой отчетик коротенький с речки Кневичанки, ставьте лайки. Не забывайте подписаться на канал. А также на Инстаграм. Ладно, всем пока. Увидимся на рыбалке.